Братья, вот тебе такой вопрос, да? Необычный вопрос. Что для тебя счастье? Ну, слово счастье. Слово счастье? Да. Ты счастливый человек? Да. Счастливый человек. Счастливый. А вот для тебя слово счастье что обозначает? Своими словами, ничего не придумывая, да, как счастье? Бах, это для меня, по-моему, дети. Угу. Вот у меня дети появились, я почувствовал счастье, и я начал ценить родителей, понимаешь? Угу. Совсем другие ощущения. Но потом, раньше по-другому был, я не ощущал, как сказать, после вот дочерей я стал намного семейней, как-то сказать, мягче стал. И хорошо себя чувствует, родители начал ценить. Я думаю, вот это счастье. Семья. Счастье семья. Для тебя семья, семья, близкие, да, близкие. Дети. И спорт. Плюс спорт. Спорт. Без спорта никак. Семья, спорт. Да, семья. Без... Вот если спорта не будет, семья тоже. А любимое дело? Любимое дело? Должно быть, я считаю, должно быть на первом месте. Да. Любимое дело, это, семья это, да. На втором месте. Самое главное, вот, как сказать? Я вот тренировка, когда бросил, я потерял себя, как можно сказать. Как-то нехватка чего-то, не замечал. Потом вот начал опять заниматься. Чувствую, что я есть, не понимаешь? Mm-hmm. А без спорта не ощущаю счастья. Mm-hmm. Потом понял, что все равно спорт mm-hmm. нужен. Для меня нужен, потому что я уже профессионально занимался спортом сколько лет уже. Mm-hmm. Поэтому сразу бросать. Я потерял для себя, не мог найти, потом опять вот зал пришел, опять я начал чувствовать, и счастье чувствуешь, и все. По-другому, да, совсем объяснить как-то слова не могу. Деки, спорт это спорт. Ну, по тебе видно, как ты сейчас улыбаешься, как ты пытаешься передать, да. По тебе видно, то, что ты счастливый человек, то, что у тебя вот глаза горят. То, что семья, дети, то, что ты от этого получаешь кайф, от этого процесса. Я тоже семьянин, я знаю, что это такое дети, что дети – это дети жизни. Да. Дети – это все, и когда появляются дети, ты начинаешь ценить родителей, ты начинаешь понимать то, что как ты будешь обращаться со своими родителями, так и будут обращаться с тобой дети. Потому что дети, они все копируют, для них мы супергерои. Они не будут делать то, что мы им говорим, они будут делать то, что они видят. Видят, да? Они будут нас копировать. Да, да. Поэтому, если вы хотите, чтобы ваши дети не пили, сами не пейте. Если хотите, чтобы ваши дети не курили, сами не курите. Хотите, чтобы ваши дети занимались спортом, сами занимайтесь. Согласен, согласен. Супер. Мы закончили спину, еще немножко будем сейчас общаться, задавать вопросы. Хорошо проводить время. Если вам нравится наш контент, нравится, как мы общаемся, как мы идем, поставь лайк, подпишись и поделись с друзьями. Мы переходим на бицепс, начнем с бицепс-машины, сделаем там тоже 4-5 подходов и пообщаемся. Легендарный бицепс Валентина покажем да, сейчас. Да, 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 легендарно. Секретное упражнение. Да, такой бицеп, как у меня, есть только у Рони Кольмана. Только... Нет, только у тебя есть. Только у меня даже у Рони нету. Рони копировал тебя. Сколько подходов? Вены, смотри, вены. Да, хиро. Отсюда? Да. Сколько подходов? 15. Yes. Come on, baby. 2, 3, 4. Сейчас на улице сразу. Они же такие соскучились. Да. По тренировкам, по панкам. Давай, Семан. Я меня чуть-чуть тяжеловато. Давай, брат, держать. Держать. Что, пол, да? Давай. Сам делаешь. 2. Делай. Еще. 3. Давай, Джао. Сунат,
Как ощущения? Замечательно. Как ощущения? После спины, как себя чувствуешь? Отлично, отлично. Да. Лучше всем пришел? Конечно, конечно. Пришел такой, сейчас такой счастливый. С друзьями, с коллегами. Супер, хорошо проводим время, мне конечно. Тоже нравится. Тебе еще такой вопрос. Каким должен быть настоящий друг? Каким должен быть настоящий друг? Каким? Быть настоящим. Не фальшивым. Не фальшивым. Всегда быть рядом. Как сказать? Всегда должен поддерживать. Звонить, как сказать, и спрашивать, как у него дела, там, не знаю, как сказать. Ну, всегда надо созваниваться, встречаться, по-моему. Mm-hmm. Это самое главное. Охубат, да? Охубат. Охубат Йохомасын, да? Мехру Охубат, да? Да. После вот этот семейный, мы начинаем, недавно же семейный стали, mm-hmm. вот ребенки. Чуть-чуть, конечно, потеряли себя, mm-hmm. но созванивались, переписывались. Все равно, оказывается, надо быть вместе, mm-hmm. общаться. Вот тогда... Жизнь будет просто не зря, да? Да, да, да. А то сколько лет мы... с нами знакомы. Он говорит уже, да. Да, такой... есть такие друзья, которые ты можешь не видеться годами, но ты знаешь, что они есть, и можно на них положиться, да? Да. Нужно да. быть таким другом, да, ты хочешь сказать? Можно не так сказать. Ну, самое главное, постоянно надо общаться. Угу. Общаться, спрашивать, как дела. Угу. Оказывается, так. Понятно. А то семья, проблемы у всех, потерялись там, туда. Все равно надо, оказывается, общаться. Привет, привет, как дела? Угу. У тебя много будет. Друзей? Настоящих? Настоящих? Настоящих, да, мало есть. Мало. Остальные. Ну, друзья много, угу. но настоящих мало. А ты сам хороший друг? Считаю, что нет. Хороший друг. Почему? Не знаю, потому что, как сказать. Ну, я так считаю, что я не хороший друг. Угу. Понятно. Не знаю, можешь почему. Передать там привет, угу. какие-то пожелания, пару слов. Все, что у тебя на душе, то, что у тебя сейчас в голове, можешь назвать имена своих друзей, кому ты хочешь, например, там послать какие-то пожелания, еще что-то, да. А можешь просто всем, кто нас смотрит, зрителям. Как сказать? Привет, просто так привет. Я уверен, что тебя смотрят очень многие люди. Не-не, друзьям, допустим, там, вот мой, например, я знаю, мой близкий, твой близкий, наш родной, это вот Хамид Низамов, наш брат, это... Безусловно, один из самых близких наших друзей, наших братьев, которые всегда рядом, да. несмотря ни на что, всегда в какой бы каше мы ни находились, он всегда рядом, всегда поддерживает, всегда вытаскивает, что бы ни было. Вот это вот настоящий друг, я считаю. Да. И я уверен, что согласен. Вот этот человек всегда будет рядом, и даже тогда, когда не будет нас, да. он будет заботиться да, о будет. Наших семьях и согласен. Не таких людей мало. Даст людям почувствовать, что нас нет среди них. Вот это такой человек. Вот я бы большой привет передал нашему брату Хамиду. Да, Хамид, мы тебя любим. Обязательно. Вот мы снова вместе. Дай бог, нам надо возобновить трио, как раньше. Да, да, да. Вместе тренироваться, общаться, делать бизнес и так далее. Поэтому мы знаем, что у тебя сейчас совсем нелегкий период в жизни. Мы скорбим, поддерживаем тебя, брат, всегда рядом. Все будет хорошо. Как ты придешь в себя, мы обязательно еще потреним вместе, пообщаемся на разные темы. И дай бог, дальше больше будем идти только вместе. Обязательно. Да. Сейчас мы начали делать бицепс, между подходами чуть-чуть общаемся. Сейчас получается мой подход, да, сейчас? Да, да, да. Малыш, не обижайся, малыш. Давай, давай. Суна заряж, суна дома. Дава заряж. 34, блядь. Давай, давай. 9, 10, 11, 12, 13, с половиной, 14, с половиной, будет 15. Вот так вот считать умеет. Ты что, не научил, да, считать? По математике двойка была. Раз. Да. Давай, давай, сюда. Четыре. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Десять. Да. Раз. Покажи. Давай, давай, давай. Давай. Делай, делай, да. Три. Еще два, брат, давай. Ушел, ушел. Опа.
Костяк пошло. Процесс пошло. Кровь бегает. Давай, Джава. Работай. Хорош. Все нормально? Давай, Джава. Джава вчера тренировку пропустил, сегодня настроен, ну как, даже не дает нам разговаривать. Давай, 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 остывай. Давай, давай, давай. Альпа спорт, Альпа. Альпа спорт. Ты так далеко не начал. Я тебя последний. Ты что там? 12,5 будет 14. Чудесно, ты на 14. Залетит, да, плюшка? Раз. Опять меня? Опять меня. Смотри, как они опухли. Малышки. Флекс вверх. Раз. Два. Два. Четыре. Пять. Шесть. Семь. 8. Да, вот такие эмоции нам нужны. Показать надо, бля. Кто здесь батя? Согласен. Согласен. Ой, Сунат, а тебе сколько сейчас? 34, да, ты говоришь? Да. 34 года, вот. Ты взрослый мужик, у тебя двое детей, семья. Угу. О чем мечтают мужики в 34 года? Ты о чем мечтаешь? Самая большая твоя мечта. Самая моя большая мечта? У меня все есть. Все есть? Есть, честно сказать. Ага. Вот моя мечта, я добился. Дети есть, родители, слава богу, есть. Живы-здоровы. Дети живы-здоровы, семья. Остальное добьемся, да. Я думаю. А остальное это остальное, что? Остальное. Что нам надо? О чем мы мечтаем? По-моему, деньги. Деньги, да, конечно. И душевное спокойствие, да. Душевное спокойствие. Да, самое главное, я думаю. Вот я сейчас поймал себе душевное спокойствие, теперь можно и просыпаться. А душевное спокойствие что дает? Деньги. Деньги дает, счастье дает, да. Душевное спокойствие, да, когда ты спишь. Самая лучшая подушка это финансовая, да? Если финансовая подушка хорошая, ты спишь тоже хорошо, да? Без денег никак. Ты знаешь. Короче, мечтаешь заработать много денег, да? Да. Так, да? Куда будешь? И чувствовать душевное спокойствие. Ты добавлял Java, нет? Да. Меня же сюрприз. Ты сейчас после истязана начнешь считать. Сделай это, брат. Давай, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, с половиной. Come on. Как ты это просто? Нормально. Бывало и похоже. Господи. Так не канать, брат. Ты видел, да? Вот здесь стоял. И сюда твой бежит. Может, не надо? Бля, как я соскучился по такой тренировке. Давай, брат. Опс. Хорош. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Растягивай. Восемь. Да. Девять. Ага. Здесь еще давай. Давай. Ага. Пять раз. Здесь. Давай. Здесь. Давай, Суна. Давай. Еще. Машина. Здесь. Давай. Сядь. Да. Еще пять. В пятницу можно? Пять раз поделать.
Господи, боже мой. Господи, боже мой, Лорд. Господи, боже мой. Как они меня мучают. Давай, Джо. Давай, давай, давай. Да, мне так не тренироваться, хорошо. Да, хорошо идем. Да, вообще не всякий. А что, какие у тебя новости вообще вот в жизни? Если у тебя есть какая-то реклама, возможно, это может быть магазин ювелирных изделий, да, может быть аккаунт, может быть у тебя намечается какой-то бизнес, может открытие какого-то проекта. Проекты? Ну, вообще, может, ты запланировал на 2024 год какую-то подготовку, какую-то поездку. Ну, вот, любые. У меня, в голове такие мысли, я хочу сейчас. Через три дня. Да? Через три дня? Через три дня? Не, не через три дня. Когда? Я хочу на днях начать вот этот свой личный блог делать. Угу. Чтобы вот так. Блог? Ну, блогером вести, хочу стать, да? О, объяснять классно. Людям, как подаваться, да. А ты хочешь начать вести, да? Тебе это интересно? Да, да, смотрю, интересно. Много просто у меня ребят спрашивают, как там правильно заниматься, там, и на соревнования будешь готовить меня, там, может, хочу пару учеников взять и все вот это в процессе снимать и показать людям, как правильно подготовиться к соревнованиям. О, классно. До и после, вот у меня, да? Да, да, у меня есть такие вот. И сам тоже хочу вернуться из нуля, показать свою форму, и потом вот классно. За месяц-два там как вернуться вот, и показать. Классно, когда будет все готово, у тебя ютубчик там, когда оптимизируешь все, дай обязательно нам ссылочки. Обязательно. Мы вот здесь тоже ссылочки оставим на начинающего блогера Сунада Зуфарова. YouTube канал, Instagram, обязательно подписывайтесь, переходите и ждите. Весело будет. Очень много новостей в сфере бодибилдинга, подготовки, питания и так далее. Сунат очень простой, очень веселый парень по жизни. Как вы видите, мы шутим, тренируемся и хорошо проводим время. Вау, замечательно, конечно. Так, айго. Отход, что ли? Меня, да? Может, не надо тебе подход? Может, так тебе большой бит. Да, очень большой, уважаем. Именно потому, что я не говорю себе, может, не надо. Я говорю, надо. Надо. А Джава еще говорит, 13,5. А Джава бутюр. Давай, давай. Давай. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Еще. Давай, давай. 11, да. С половиной. Давай, давай, давай. Я в голове себе 12 запланировал. Ну там, ты, блин, сколько я сделал? Я как по 20 раз делаю, а там добавляешь. Ты чё, ты? Как Рич Пиано, да, попробуйте блок? Тоже хорошо пойдет. Ну, у меня это... Приглашается... Типа такого. Ну, ты все равно... А ты это не говоришь, да? Я хочу вот кофе. Да? Да, можно. Как он грубый же. Да, да. Ну, я так сильно не разбираю фармакологию, еще просто разные гости приходят, кто-то близко к этому, кто-то дальше от этого, кто-то, например, просто как образ жизни ведет, а основная деятельность другая. И, исходя из этого, общаемся. Ну, у меня тоже, типа, влога просто вот приглашаю на тренировку, вместе тренируемся, вот сейчас с тобой общаемся, какие-то вопросы, какие-то ответы, хихи-ха-ха, хорошо проводим время, потом все это будем нарезать, ютуб, потом рилсы, шорты и так далее. А так я тебе желаю удачи, если какая-то помощь нужна будет, мы только за, если хочешь присоединяйся к нам, let's go. Давай, вместе давай, полетим. Давай. Можно и так сделать. Давай. У меня мысли есть, вот это постоянно уже в голове крутится, крутится, крутится. Как раз, может быть, с вами... Не мог никак начать, да, уже первый шаг сделал, да? Да, шаг надо сделать. Не могу. Вот этот шаг сделан сегодня. Вот человек, когда принимает какое-то решение, а потом обстоятельства так складывает и... Тебя начинают окружать единомышленники, те, кто мыслит так же, хочет идти, также добиваться чего-то. И это очень важно, когда тебя окружают единомышленники, когда вы на одной волне друг друга поддерживаете, когда у вас одинаковые интересы, вы в любом случае пойдете далеко. Как говорится, если хочешь пойти быстро, пойди один, если хочешь пойти далеко, иди с командой. Поэтому мы нацелены на Луну. Так, я, да? Давай, малыш. Давай, брат. Может, тебя не надо сделать, ты сейчас знаешь. Это он из-за? Нет, 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 не я. Нет, не я. Чего меня, мучаете, ребята? А так я не остановлюсь. Мне пофигу. Нет. Смотри, какую подготовку дал.
Шили. 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 Мощь. Еще один давай сделай, сделай. Еще два. Еще один от семи. Давай. Вот так вот. Ради семьи можно еще два попробовать. Так и сделаем. Сказал, нам не говорит. Кредит на iPhone, ипотека, машина. И все это благодаря себе. Семья — это самое главное в жизни. Да, уже я. Ну вот как раз. Жил был. Семья звонит. Джават. Алло. Женился и стал счастлив, да? Да, сенсей, кому? Давай. Come here. Опа, там десятка стоит. Ёб твою мать. Хуя себе. Ты что творишь, Джава? Ты что творишь, мамы? Это все плов. Сколько я вам поставил? Это все тестостерон. Я плов так много не ел. Бустер. Вот опять-таки вот. Да? Да. С творогом начал? Начал 7 месяцев учить. С творогом начал, с пловом закончил. Come on. Давай. Покажи свой бит. Оп, да, ради семьи, давай. Оля, да. Все, да, все сделали, да? Или это я начал? Нет. Я закончил? Нет. Я же начинал. Значит, ты есть по одному. Я на один больше взял. Шестой подход пойдет. Да, так и есть. Так и есть? Да. Господи, боже мой. Просто я начинал. Как я мог закончить? Значит, я один лишний сделал. Давай. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Давай. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Спасибо. Спасибо. Кто ты был, да? Спасибо. Это баран. Это орел. Давай. Господи. Вечело. Что, тебе помочь? Я потому что хочу дольше-дальше пойти, понимаешь? Дольше-дальше? Давай. Я один быстро не хочу идти. Хорошо, пошли вместе. Давай. Хорошо. Три. Давай. Четыре. Пять. Давай, малыш. Ты чё? Давай. Не сдавайся. Молодец. Держи. Машина. С вами я, Java City Fletcher, узбекский. И мы на канале Wallaker Team. Java City Fletcher официально сегодняшнего дня. Так, мы делаем второе упражнение, точнее начинаем. Первое упражнение мы сделали, немножко кровушку загнали. Бля, может, не надо мне много качать, а? Завтра не буду себя мучить потом. Второе упражнение сделаем. Плакать. Глаза боятся, руки делать, брат. Сет. Знаешь, завтра свадьбу, братишки, я буду ходить вот так. Чего-нибудь накачаться надо, Java, чтобы не болели. Это французские, и что мы ондан? Он или после не аж болит. Хотя... Мы штанги будем работать, да? Да. Гантели штанги сразу сделаем. Да. Стоя. Да. Ёб твою. Мне приготовьте маленькие веса. This weight? Yeah. Maybe 5 килограмм. 5 килограмм. Можно пятерочку, да, добавлять? И нормально, только первый. Потом добавим. 5, come on. 5? Это суна два, да. Завтра, знаешь, что будет с Суна Зуфаром? Yes, five. Come on. It's a beautiful ball, I don't know. It's a beautiful ball. It's a beautiful.
блядь. За это. Давай, давай. Отлично. Дай. Ой. 12 килограммовые для меня маленькие надо. Что, начнешь? Да. Давай, малыш. Бум. Бум. То есть 15 на 15, да? Суперсетами? В активной фазе. Давай. Второе упражнение. Да, у нас два сета. Сгибание гантелей и подъем штанги на бицепс французский. Хват. Замечательно. Давай, давай. Просто замечательно. Все. Работай. Давай, хорош. Давай, давай. Ты что? За. Да. Настячка. Бля, какие тяжелые у вас гантельчики. Брат. Давай сюда. Нет. Давай я буду нарастающим. Сейчас, крутить вот так? Да. И вниз растягивай. Вниз растягивай, да. Да. Сколько? Да. Давай, пять еще. Раз, два, три, четыре, пять. Ай, хорош. И маленькие веса чувствую. Хорошо чувствую. Большие сами не хочу себя мучить. Цель, давай, давай, давай. Хорош, братан. Скажи, за день, да. Пять. Давай, давай, давай. Давай, брат, делай. Хорош. Let's go, let's go. Еще. Давай, давай, еще пять раз. И еще Харли больше там. Иди. На, больше. Давай, давай, давай. Хорош. Ага. Читинг, да, идет? Давай, давай, давай. Все, по-моему, да? Да, 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 все, 15 есть. Бля, мне тяжеловато. Ну, какой читинг? То есть, не как делают некоторые? Да. Ты делаешь правильный читинг, да? То есть мы... Ладно, чуть-чуть помогаю, да. Конечно. Но я, конечно, помучился уже сегодня. Три. Мы особо все не напрягаемся, ты дашь тренировку для этого не идет. Знаешь, как я буду ругать вас? Семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, давай, давай. Двенадцать, тринадцать, четырнадцать с половиной, пятнадцать. На этом упражнении кайф в том, ты максимально закручиваешь, максимально закачиваешь кровь в бицепс, а потом еще штангой набиваешь. Ощущения непередаваемые. Попробуйте. Оставь смайлик вот такой, если попробуешь. Знаешь, как будет болеть? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать. 12, 13, с половиной, 14, с половиной, 15. Мощь. О, не там засунул, а здесь засунул. Молодец. Так, планы у тебя, короче, грандиозные. Ты хочешь стать блогером, да? Ютуб-блогером, получается, ну, да? Типа, да, хотел объяснить людям, смотри, новички много стало сейчас, да. Бодибилдингов. Разные тренера есть, фальшивки. Как... Ага. Они не объясняют, как правильно заниматься. Я не хочу, чтобы... Вот я тоже ошибки, да, делал, много ошибок. У меня пару проблем из сухожилиях, из-за того, что я неправильно тренировался. Хочу, чтобы вот новички... Не делали таких ошибок, да? Да, ошибок, как я, да?
хотел это объяснить, что это спорт серьезный, если хочется намеренно серьезно на соревнования готовиться, надо вот правильно путь хочу поставить людям, чтобы не пошли. А то тренера есть, и фальшивки стали, все тренера сейчас обычные бизнесмены, все пихают, не объясняют ребятам, а то они занимаются и калечат себя. Жалко. Согласен, ко мне тоже очень много людей приходят, у кого-то гинекомастия, да. У кого-то гормоны понижены, у кого-то нарушено дисбаланс, у кого-то пупочный грыжи, у кого-то протрузии грыжи, там, у кого-то геморрой, у кого-то еще какие-то проблемы, у кого-то волосы сыпятся, у кого-то там половой орган не встает, и так далее. Проблем очень много, ко мне приходят, да, и я максимально тоже помогаю таким людям. Именно поэтому я выпустил платформу valinkin.us, чтобы помогать именно таким ребятам, вот, чтобы они не делали таких ошибок. Там больше 150 видеоуроков на узбекском языке. Там есть все про курс фармакологии, прям дозировками все расписано, что, как делать. Sport Pit Full тоже все расписано, и на сушку, и на массу. Диета тоже расписана и на сушку, и на массу. ПКТ есть полностью, да? Все анализы. Плюс есть дополнительная группа, где мы общаемся на разные темы, они задают какие-то вопросы, я им постоянно отвечаю, веду 24 часа полностью, поддержка от меня. Именно для таких ребят, чтобы они себя не калечили, потому что это бигорексия, такая болезнь человека, когда начинает качаться, когда попробует какие-то стероиды, он с первого курса набирает, а потом второй, третий курс не работает, не окупаются его ожидания, и он не знает из-за чего. И как наркоман продолжает идти дальше, добавлять еще сложнее курсы, комбинации, делать цепочки, которые с друг другом не сходятся. Не и сходится. Это накопительный эффект, конечно, в итоге дает о себе знать. Ко мне тоже много таких приходит, и я помогаю. И тебя прекрасно понимаю, почему ты этим горишь, почему ты это хочешь сделать. Да. Потому что молодое поколение реально очень сильно от этого страдает. Да, я вижу, да. Многие тренера сейчас лишь бы заработать, да, вот. Он, например, дал ему какой-то курс, он закончил, приходит, после этого ему нужно сделать, например, мозг, дать какие-то анализы, да, привести гормоны в норму. Но он понимает то, что он может сейчас на нем еще заработать, берет и ему сверху еще один курс дает, вот, да. Вот. И что с ним будет, как с ним будет, ему вообще без разницы. Поэтому я тебя поддерживаю, да, классная мысль, давай, двигайся. Помочь. Если какая-то помощь нужна, я тоже готов помочь, если нужно куда-то приехать, что-то отснять, посидеть, там, разжевать, объяснить и так далее, да. Я всегда готов. Спасибо, поэтому, как ты только начнешь, только дай знать, где ты находишься, обязательно надо все планировать. Совместно, да, обязательно. Да. Так, два подхода мы сделали, еще... Два подхода есть. По-моему, у тебя второй только будет. Второй, да, начинается? Знаешь, да? Знаешь. Давай, брат. Ты знаешь ее. Это песня детства, да? Да. Максимально растягивает. Ту-ту-ту-ту-ту-дай. Оп. Еще. Еще три. Раз, два. Дерзай. Оп, еще один я сделаю, давай. Окей. Come on. Да. Яхше. Пошло хорошо. Давай. Мне? Да. 400. Ты уверен? Вот. Ну-ка, с моего места, как с куриного теста, говорили же в детстве. Не сдаемся. Делай. Еще три. Давай. Раз. Два. Еще один. Делай. Хорошо. I'll be back. Спасибо вам. Спасибо вам, друзья. Что даете мотивацию? Там кетто, я уже, я думал, ты говоришь, что это кетто, я уже сделал там, ты не успел почитать 13,5, 14,5. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать,
14 с половиной. Будет 15. Красавчик. Давай ему посчитаем, пойдем. А то что-то мухлюет, да? Мухлевки. Давай. На. Дамы и господа. Давай, Джо. Шутки в сторону. Раз. И два. И три. И четыре. И пять. И шесть. И семь. Давай, давай. И восемь. Хорош. Давай. 13. Давай. 13,5. 14. Давай. 14. 4,5. Ты что, давай? Будет. Я же 15 не сказал, братан. Не дошел до 15. Я сказал, будет и все. Я 15 не говорил. Давай, забивай. Валера, забивай давай. Давай, Джо. Изи. Come on, champ. Раз, два, три. Давай. Четыре, пять. Хорош. Шесть, семь, восемь, девять, десять. Раз, два, два. Три, четыре, пять. Вот так вот. Молодец. Так, два раза в неделю делай. Спасибо. Без будет расти. Дэйс, как ты себя чувствуешь? Все нормально? 16. Ты что, сейчас ты там начнешь считать? У меня руки отвалятся. Ну ладно. Я вас не видел, как ты 16. Под версию. Это в каком году? Раз. Два. Я здесь больше 12 обычно не работаю. 4, давай. 5, 6, 7, 8, 9. Давай. 10. С половиной. Даже не вздумай. 11. Ты что? С половиной. Сколько я? 13 сделал? 13. О, сука. 13. 14. Что? 4 с половиной. 15. Вот, дамы и господа. Михаил Волынчин. Как? Крутить. Да, бицеп сил еще много кисти не держится, потому что крутишь постоянно. У меня кисти забились. Поехали. Поехали. У тебя еще подход, если имею в виду. Не забывай. Поехали. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12, 13, с половиной, 14, будет 15. Я еще вас сделал на 10. Раз. Два. Миша, герой, ма, санги. Ма. Мощь. Ма, герой. Мощь. Дамы и господа, абсолютный чемпион Арнольд Классик Михаил Волынкин никогда не сдается. И вы никогда не сдавайте, у вас все будет получаться. Следите за нами, ставьте лайки, колокольчик включаем. Дальше больше будет. Красавчик, давай, Джава, покажи дальше больше. Сделай дальше больше. Все выучил, говорит. Конечно, надо расти, правильно, что? Надо говорить больше. Надо, ты мало говоришь вообще. Мало? Надо разговаривать, да? Я вообще, это давай, все. Посчитай. Маленький. Мотивацию дай ему. Ладно, маленький, это мы быстро вернем, это не проблема. Раз, два, три, четыре. Давай. Пять. Хорош. Семь. Давай, Джава. Восемь. Работай. Девять. Давай. Хорош. Десять. 11. 12, 13, 14, 15, ладно. Ты что расслабился, малыш? Давай, держи. Забивай. Сам накормлю тебя. Сегодня сам тебя накормлю.
батончиками сейчас накормлю тебя. Любой каприз за ваши деньги, да? Ага, ну-ка, покажи мастер-класс. Я отдохну, скажешь? Бахона. Сейчас баньки у тебя станут вообще. Давай. Это как Суната, 2-3 глоточка помогает, Артамоночка, тебе вот протеинчик, один кусочек. Давай, Джава. Хорош. Давай. Ага. Один. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, до конца. Девять, десять, давай. Раз, два, три, четыре. 4,5! 5! Вот так вот! Она, Саня, вообще как? Чё вы принимаете? В чём секрет? Покажи батончика. Где это продают-то? Это продают во всех сетях. Магазинах, корзинках, макро и в аптеках. Да, очень вкусно. Господи боже, такой вкусный. Мне тоже нравится. Зацените, братан. Отличные протеиновые батончики. Мне понравился вкус. Это хтоптур. И поехали. Это как его, помнишь там? Какая-то фраза была там, эпитим, когда было что-то там. Да. Если ты не гей. Давай что-нибудь придумай вот на месте сейчас. Ешь что? Ну, протеиновый батончик. Не батончик. Ешь протеин бар или... Что не надо придумать сейчас? Да. Ладно, да, кто сейчас? Все, да, мы закончили. Он тоже, да, сделал? 4 подхода, да, мы сделали? Пока подумайте, что можем. Подумай, как мы можем прорекламировать в рифму. Есть? Что? Ешь Волынкин. А, ешь бар Волынкин, чтобы не стать Хуйкиным. Хуйкин? Записали. Если Хуйкин не хочет стать, ешь Волынкин. Бар. Ладно, это все юмор, Хорошо, что это не центральное телевидение, не прямой эфир, да? Слава богу, что не. Итак, друзья, мы сделали на бицепс где-то там 7-8 подходов сгибания рук на бицепс-машине. Плюс мы сделали 60 сет, получается 2 сет скручивания гантели и подъем французским груди. Дальше мы сделаем, я думаю, уже тягу. За голову, на кроссовере, с двух сторон, потому что мышцы у нас уже максимально забили, запампились, можно сейчас проработать, потом сделать трапеции, пресс и на этом тренировку заканчивать. Едем дальше. Завтра отдохни, пусть завтра отдохни. Не, в понедельник на тренировку, брат. Окей? Дай его, дай его. Не знаю, такими темпами. Брат. Не надо сейчас. Брой, да, звук отец. Йоки, постан тортам зам. Харкио? Ну, так лучше, да? Постан тортам, да? Постан? А, вообще звук. Вот это не пойдет сейчас. Не, бегай просто, давай так. Да? Ну, если ты хочешь снизу, давай. Эй, похрен. Просто сейчас столько снизу мы тянули, лучше для изоляции, уже там крови ну, много. Да. Можно так, чтобы одно и то же не было. Три. Ну, это одно из самых любимых упражнений. Ну, я знаю, что ты часто делал. Я чувствую это упражнение очень хорошо. На пик, да, чувствуешь? Хорошо? Да. Сегодня у нас акцент пошел не на спину, а на бицепс, получается так, да? Мы под конец тренировки, да, разошлись? И два, и три, и четыре, и пять, и шесть, и семь, восемь, девять, десять, один, ой, двенадцать. Еще один, да. Опа! Просто замечательный подход получился. Уже четко не загорай. Ну я да. Думаю, брой уже. Брат, у тебя есть мышечный парень хороший? Да, выставь, нет. Ты вот так вернешься. Мотивацию надо поднять. Да. Мотивацию. Давай.
Отлично. Отлично получается. Давай, давай, давай. Красава. Оба. Какие ощущения? Привет. Чё, мангалим? Да. Давай. Тема сфера, атмосфера. Малый кинжин, да? Уже? Давай, читай, читай. Кимми на мой бэк, кимми на мой. Прям в зале, да? Можно, да? Контенты. Я даже помню, когда вот мы готовились, я не готовился в этот момент, но чемпионов надо подкачаться. Надо подкачаться. Паля зум был. Все, давай, это. Готовь, текст. Все. Песню пиши. Будешь петь? Будешь. Я там где-нибудь это. Как Mortal Kombat, знаешь, когда прикол тур сдает, он так. Я тебя поддержу. На сцену, брат. Покажи себе, я не могу зеркало. Ну, мы так сейчас разорвали. Три, четыре, пять. Не надо визуал. Семь. Хорошо, ты растешь. Один. Завод сам ответь. Сколько надо, чтобы он стал как ты? Ну смотри, я думаю где-то, если ты будешь заниматься здесь с Валенькиным Михаилом. Не, не, все по инструкции, да, все то, что. Я можно за полтора-два года можно. Сделать лучше картину. Ну, для тебя это много, да, полтора года? Мне нужно полтора-два месяца, да? Хотя полгода, через полгода тебе уже понравится процесс. Обязательно. 6 месяцев максимально. Что тренируется, то развивается. Где есть действие, там есть результат. Согласен. Какой бы ни был, результат там будет хороший, плохой, в любом случае есть результат. Где бездействуешь, там нет результата. Мечты находятся в зоне комфорта. Вот ты в своей зоне комфорта мечтаешь, цели находятся вне зоны комфорта, они находятся в зоне действия. Поэтому нужно выходить из своей зоны комфорта, в зоне действия, предпринимать решения, быть решительным, действовать. Действовать, еще раз действовать. Тогда только будет результат. Без действия не будет результат. Где есть движение, там есть действие. Давай покажи движение. Движение. Да, вот я двигаюсь 2 раза в неделю. И бицепс растет. Потому что есть движение. Нет, ты. Можно ему там? За полгода наберешь массу? Хорошую массу наберешь за полгода? Да. Полтора года уже четче будет. Хочешь быть крупным, живи по-крупному. Хочешь быть крупным, живи по-крупному. Это что, мое что ли? Жить по-крупному, это как? Есть по-крупному, пить по-крупному, спать по-крупному, зарабатывать по-крупному. Да? Просто крупничок. 18. Да. 9. Не, держать не надо, просто 10. Фиксируй. Раз. Два. Давай. Я не могу же, вроде. Давай. Ой-ой-ой. Сейчас мы от тебя оттуда чемпионом выведем. Завтра на сцену сразу. Похрену, пойду. Помнишь, я 2 недели готовился на сцену? Да, да, я так же. Вначале, когда начинал. Чисто он там по 3-4 месяца сидел, там где-то грудки-шмрудки. Я после тренировки выходил, лаваш. Перетренировкой через мист. А потом до соревнования 2 недели осталось, просто соль убирал, все убирал, и только грудку вышел, короче, с огурцом. И потом загрузка и пиздец. У тебя хорошая форма тоже была. У меня есть фото, да? Где ты в Бухаре посыграешь. Помнишь, да?
Я, по-моему, тебя красил, ты взял. Ну, смотри, да. Какой год это был? Какой? 16-й, да, тоже? 16-й был, да. 16-й. Нет, 17-й был, брат. Йо, э? То им на кемуруды. У них ничего не было. Бля, это 17-й даже это году? Было до Арнольда или после Арнольда? Ты же сейчас еще и в 2019-м выступал, получается. Арнольда, получается, да. Тот-то, он только начинаем выступать к ним. Последний у меня соревнование вот в синих трусах, да, я помню. Я не помню год, число, день. Я помню трусы. Там кто был? Там Баха был? Вот этот дядя взрослый сейчас, который хороший. Это Generation Iron был в Ташкенте. Да, да. Бухарец в каком году выступал? До этого был. До этого. До этого. Потом в Ташкенте, да, по-моему, был? Премьер-жидок такой был. Орасли. Бля, хорошая форма была. Так скучаю вот эти по сушке, знаете? Ну как ты прогрессируешь, как ты видишь себя в зеркале, как ты каждый день меняешь, это весь процесс интересен. Но потом, когда вспоминаешь про стероиды, про то, что нужно для этого все делать, и не хочется такое в форме, прям не особо косты хочется. Совсем ощущения, да, другие, да? Да, там совсем все по-другому. Соревнования. Десять, 11, 12, 13, 14, 15 было. Сунат, тебе получается твой первый тренер это Антон Перов, да? Да. Сколько лет? Нет, не Антон Перов. А кто твой первый тренер? Когда я занимался не профессионально, а это был Хабибуллокян. Хабибуллокян. Да, да. Потом Антон Перов. Антон Перов меня начал уже готовить на соревнования. А тренироваться научил, да, базу дал, да. Хабибуллокян, да, получается. Да. Он знал меня маленько, когда я дрищем был. Ага. Он меня уже в первой подготовке. Да, после Антона увидел меня, говорил, ой, молодец, он красавчик. Ну, он меня материл, когда я первый раз пришел, вот, я помню, в старом городе был зал у нас, качалка. Я любил качаться, пошел, занимаюсь. Первый раз увидел Хабибуллока, он такой здоровый, после как раз из Америки пришел. Бля, смотрю, он же взрослый, да. Форма красивая, мощный. Бля, такой мотивации дал мне он тоже. Он говорит, давай, давай, занимайся, занимайся. Он тоже помогал мне первый раз. Хорошо, да, Хабибуллока. Хороший человек, добрый человек, объяснял. Потом дальше ты опять дальше шел с Антоном, работал. Да, потом 13, дальше шел с Антоном. А Антон уже полностью объяснял, как на соревнования готовиться, наше питание объяснял, тренироваться объяснял. Ну, самое главное. А сейчас общаетесь, поддерживаете отношения с Антоном? Нет. Не общаетесь? Нет. Вообще? Совсем. А почему? Есть какие-то причины? Или просто обстоятельства так все сложилось и перестали общаться? Обстоятельства, можно сказать. Конечно, мой тренер, я не хочу плохого сейчас говорить. Есть нюансы. Понятно. Понятно. Есть момент, когда. У меня глаза открылись, можно и сказать. Понимаешь? Глаза открылись. Хабибуллокян обязательно салам. Антон хороший тренер, он объясняет классно. Но он любит деньги просто. Да, деньги готов пойти по головам, да? Без разницы. Можно и так сказать. Он любит деньги. Бизнесмен. Вот я не люблю таких людей. Которые деньги, ради денег готовы начать. Ради денег. Раз за деньги, да. Есть вещи, которые за деньги нет, да? Да. Понятно. Ну, пару раз обижал меня тоже, бывало, нюансы такие. Я принимал его как брата, как реальный тренера брата, да, ощущал его. А он относился ко мне по-другому. Понимаешь? Не так, как я хотел. И я как к нему относился, брат, реально как брат относился, он помогал мне, понимаешь? Оказывается, он... Большая выгода, да, все да, это делал? Оказывается, да? Так было. Потом я понял это, осознал. Обидно, конечно. Ты ожидал бескорыстных, чистых отношений, да? Да. Братских, да. Таких, да? А как получилось, что в конечном итоге все было сделано ради денег, ради пиара, денег, ради конечно, рекламы, конечно, да? Конечно. Много чего было в нюансах. Если открыть сказать, хочу сказать. Ну, все равно, когда готовься, давай, готовься, течет. Давай, занимайся, хорошо занимайся. Я тебе фану все дам, короче, спорт бить дам. Бесплатно, ничего не надо.
дает после заканчивается, говорит, у тебя долг есть. Я говорю, какой долг? Я тебе вот это вот и дал. Ты что, блядь? Извини, так. Понятно, дал. Обидно было. Два раза так он мне делал. Два раза так было. Ладно, один раз я платил, второй раз тоже. Ничего, дай готовься. Все пихает, потом говорит, тебе еще долг. Понятно. Это обидно. Понятно. Ты как бы рекламируешь его как лучшего тренера, да? Выходишь, показываешь. А все же думают вот так? Да, да. А на самом деле не так. Понятно, такие моменты тоже. Это обидно. Джава, мы здесь сколько сделали, братан? Три. Три, да? Получается, еще по одному, по два сделаем и закончим. Ножки. Ножки, вчера ножки качал, да? Ноги вчера были. Вчера мы с Азаматом ноги покачали, да. Мне ножки надо отрабатывать хорошенько уже. Как ты считаешь, бодибилдинг через 5 лет, где будет наш бодибилдинг? Куда идем мы? Развиваемся или тонем? Мне кажется, мы... Насчет бодибилдинга нет, уже наоборот. Ко дну идем. Ко дну. Это... Раньше, в ваше время, у нас, по-моему, было... круче, веселее, народа много, по-моему, было. А сейчас смотрю, насрываюсь, людей мало, знаться. Фанатов мало, не знаю. Как-то. Как ты считаешь, в чем причина, причина? Такого спада? Да. Причина, по-моему, федерация. Федерация, да. Федерация не помогает. Спортсмен не поддерживает, да? Не поддерживает, можно сказать. Не развивает хорошо. Там не знаю, какая политика у них идет. Но надо же вдохновлять, надо призы хорошие давать, мне кажется. Мотивировать нужно. Это тяжелый, дорогой спорт, ты знаешь, какие расходы туда идут. Это не окупается. Не окупается. Поэтому уже на распад, назад идет этот спорт, мне кажется, из-за этого. Ну я вот перед тем, как улететь в Америку, я обратился к пару нашим чиновникам. Сказал то, что вот я пару раз летал, выступал везде с Арнольдом, не было возможности надеть на него чапан. Хочу поехать в Америку, одеть на него чапан, пожить там полгода, готовиться в гольф-режиме, выступать в федерации NBA, начать все с нуля среди натуралов, выиграть любительский турнир, выиграть прокарту, выиграть квалификацию, дойти до Олимпии. И выиграть Олимпию, поднять наш флаг и вернуться. Вот такой у меня был план. И я обратился к нашим чиновникам за финансовой помощью. Сказал, вот так, у меня вот есть такой план, помогите. И мне сказали, что просто это не интересно никому. Потому что нету денег. И то, что на это уйдут большие деньги. И у них нет денег даже для своих спортсменов, для своих борцов, короче. Вот так вот. И я за свои деньги уже поехал сам и начал все реализовывать. 90% работы я сделал. Прокарт выиграл, квалификацию выиграл. Осталось только попасть на Олимпию. Вот так вот. Никому не интересно, поэтому и нету кэшбэка, нету денег. Вообще в этой индустрии во всем мире бодибилдинге денег нету. Денег нету? Да. Только если контракты какие-то со спортпитом, с одеждой. И то, если ты какая-то важная персона, то тогда у тебя есть контракт. А обычным, конечно, пацанам сложно, потому что нужно сложно. И зарабатывать, и тренироваться, и летать, и выступать. Вот я помню, даже наша федерация, когда мы летали на чемпионаты Центральной Азии, чемпионат Азии, мир, да, оплачивалась поездка и проживание после 2015 года. До этого полностью спортсмены все сами все оплачивали, сами покупали билеты, оплачивали гостиницу и так далее. Все расходы были на нем. После того, как начали какие-то у нас занимать места на международной арене, поднимать флаг, тогда немножко появилась поддержка от Тимура Тляева. Он начал поддерживать спортсменов. Те, кто выигрывал, возвращался, он давал за первое место там 2,5-3 тысячи долларов. Символические деньги, но тем не менее была какая-то мотивация. Конечно, мотивация. Вообще была мотивация поехать, поднять флаг, выиграть, приехать и знать, что его ждет какой-то кэшбэк.
все, что сделано, как бы не зря. А потом, когда Тимур Тюляев ушел, опять все спало на нет, и спортсмены начали опять за свой счет готовиться, за свой счет перелетать. Там Министерство спорта где-то что-то, какие-то чемпионаты местами то поддерживает, то не поддерживает, то ездит, то не ездит. И за счет вот этого я считаю то, что многие бодибилдеры решили завязать со своей карьеры. И плюс у нас не олимпийский вид спорта, как бы, да, и именно это не дает интерес. В боксе есть нокаут, в футболе есть гол, да, а у нас нет ни нокаута, ни гола, поэтому когда ты на сцене, там двойной бицепс спереди, там широчайший и так далее. Ну, это судьи, одному судьи нравится, как ты покрасился, другому нравится, какая у тебя улыбка, третьему нравится твоя форма, четвертому еще что-то. Непрофессионально, да, это такой субъективный вид спорта, как бы. И, наверное, многие говорят, конкурс, да, это. Да. Но это не такой спорт, как мы привыкли видеть, да, это спорт одиночек, это образ жизни, да, это нужно быть больным на голову. Но все, что мы делали и делаем, мы делаем ради страны, это 100% ради флага, ради гимна, чтобы прославлять нашу страну. И вот в Америку неоднократно летаем, поднимаем наш флаг, пытаемся, стараемся, потому что любим свою родину, посвящаем свои победы родине, президенту. Конечно, Узбекистан номер один. Что бы мы ни делали, мы на весь мир, как его сказать, делаем известным Узбекистан, нашу родину. Это все и из любви, из патриотизма. Понятное дело, что хотелось бы, чтобы и отдача тоже была соответствующая. Да, тогда и чемпионов станет больше, люди начнут заниматься, будет мотивация, вот как с боксом, да, например. Ты раз поехал, выиграл квалификацию на Олимпиаду, поехал на Олимпиаде, поучаствовал, завоевал какую-то медаль, приехал, у тебя и деньги, и машина, и от каждого хакима какие-то подарки и так далее. Ну, если в бодибилдинге будет подобные тоже какие-то моменты, какая-то поддержка, то, я думаю, и желающих заниматься будет больше, и чемпионов будет больше, и тогда наша федерация, наша страна, наш флаг будет на всех международных аренах, и чемпионов будет становиться больше, и об Узбекистане будут знать больше людей во всем мире. Дай Бог, дай Бог, посмотрим. Вот. Поэтому немножко поддержки нашей федерации, я думаю, все будет хорошо. А лучше открывать свою федерацию. Я тоже думал об этом, да. Я думаю, Инбу, она по всему миру, в 70 странах есть эта федерация, и хочу вот в Узбекистан сюда тоже. Принести. Но перед тем, как открыть здесь федерацию, Тимур Сабиров уже открыл, когда я находился в Америке, он видел, что я начал выступать среди натуралов. Когда я ему предлагал, давай, говорю, я хочу выступать среди натуралов, дойти до Олимпии, стать мистером Олимпии, он сказал, ну, понимаешь, как бы, потом пойдет разделение, это химики, это натуралы, как бы, ну, я уже столько времени, столько сил вложил в эту федерацию, в это развитие, как бы, ну, чтобы вот это непонимание было. Ну, я его услышал, короче, ну, и решил сделать сам, без никого. И когда я туда прилетел, начал выступать, он сразу же открыл федерацию, не эту, в которой я выступал, а какую-то другую, китайскую какую-то, не китайскую, корейскую федерацию, да, ему предлагали, чтобы натуральных спортсменов туда привозить, и он мне, короче, говорит, вот натуральную федерацию, зарегистрировал, все документы, все сделал, уже постраховался, потому что я бы мог приехать и начать это движение, да. Он открыл и говорит, приедешь, сделаем тебя старшим тренером, будешь готовить, короче, команду, будем вывозить на международный уровень, туда-сюда, короче, вот так вот развиваться. Ну, я это поп-поп сказал, приеду, поговорим, как бы вот это вот осталось. Я что хочу сказать, что уже натуральная федерация есть, да, как бы, но спортсменов нет. А мы можем найти спортсменов и можем создать. Но для этого нам нужно сначала выиграть мистера Олимпию. Нужно дойти до этого. Да. Да. Когда я стану натуральным мистером Олимпии, это даже звучит намного круче, чем обычная конечно. Олимпия, да? Конечно. Там, что... натуральный мистер Олимпия, это вообще круто. Это круто, а конечно. Там, чтобы выиграть Олимпию, тебе нужно выстоять очередь, это как минимум. Ты должен жить там в Америке, со всеми тусоваться, знать в идеале английский язык, дружить с главными судьями, со спонсорами. И когда ты будешь приносить им деньги, тогда ты станешь мистером Олимпии. Вот, например, Хади Чупан, почему в этом году не стал мистером Олимпии? Потому что это политические моменты, да, Дерека вели,
хотя у него там шишки везде есть, плюсы, минусы. В одной позе двойной бицепс сзади, он просто всех выстрелил и выиграл. Есть моменты, есть позы, в которых он проигрывает. Сходить шпан спереди был лучше, сзади был чуть-чуть сыроват. За счет этого ему не дали, плюс политические эти моменты. И я всегда знал то, что Хади Чупан будет одноразовым мистер Олимпи, ему больше не дадут. Ему просто за предыдущие очень заслуги, то, что он много раз, имея квалификацию на Олимпии, не мог попасть из-за политических соображений, потому что у них там санкции и так далее. Были, да. Он несколько лет выступал в Европе, имел квалификацию на Олимпию, готовился и не мог получить визу и вылететь. И несколько лет вот так он все равно не сдавался, шел, потом ему помогли, он получил визу, приехал, выступил, стал народным чемпионом. Потом ему дали за его старания, за его усилия, за популяризацию во всем мире. Одну Олимпию дали, и теперь, я думаю, дальше уже будет сложно повторить ему этот успех. Потому что это американский вид спорта, это американская тусовка, американская деятельность, это все бизнес в конечном итоге. Поэтому, я думаю, будет американцы дальше, Дерек будет, наверное, защищать. Плюс там Самсон Даут. Я за него болел, за Самсон Даут. Третье место, который занял. Он был очень хороший в форме. Да, но у него чуть-чуть живот торчал, он был чуть-чуть сыроват. Но в целом он был достойный. Но ему тоже нужно выстоять очередь. Ему нужно еще постоять, поработать несколько лет, как Биграми. 10 лет он был в лучшей форме, ему не давали. Он достойный был и в разных формах выходил. И хороший, и плохой. Но ему надо было выстоять 10 лет своей жизни, потратить там 15 лет и стать мистером Олимпии. А ты представь, там есть, которые по 20-25 лет своей жизни потратили, не имея титула, даже не входят в топ-10. Поэтому нужно все учитывать это в совокупности. Или надо ехать туда полностью, посвящать всю свою жизнь этому и жить только этим, да, и там 40 лет сдохнуть. Или же аккуратно, натурально. Да, не быстро, может, займет это дольше времени во всех смыслах. И по строению формы, и по восстановлению, да, там, и по питанию нужно по-другому все корректировать, по-другому подводиться и так далее. Вообще готовиться в целом. Но питание особо так не меняется, когда ты на фарме, на натурально готовишься. Плюс-минус там питание одинаковое. Единственные моменты меняются только спортпит, наверное, и тренировки, так я считаю. Когда ты на фарме, ты можешь тренироваться бесконечно, можешь и по 3, и по 4 тренироваться, и тебе будет преть, и идти силы, и восстанавливаться будешь быстрее. Натурально, конечно, делать намного сложнее, но зато пойдешь дальше, здоровье будешь. Здоровье. Я лично так считаю, для меня это уже вот все, для меня это принципиально, я вот дал себе слово, что фарму я больше никогда использовать не буду. Да? Да. И я хочу только натурально до конца уже тренироваться. Скажи честно, по фарме скучаешь? По фарме? Ну, знаешь, вот, честно сказать, не скучаю вообще. Вообще не скучаю. Скучаю, наверное, по ощущениям, по пампу, по силе, вот по наполненности. Да, по этому процессу. То, что ты тренируешься, отдаешь как бы труд, и взамен у тебя есть компенсация, у тебя мышцы растут. Да? Вот сейчас натурально, я, блядь, через 10 лет такой же буду, да, я не стану больше, не стану как его, качественнее, еще что-то. У меня будет, например, точиться форма просто, но вес не будет меняться, у меня плюс-минус, чтобы набирать вес, или жировая с водой будет, но качественных мышц добавить невозможно. Я вот сейчас даже смотрю, у меня нет тех мышц 3D-образных, которые были раньше. Есть вес на весах, все вроде бы, но по форме смотришь, плеч нет, уже не такая форма, как на фарме. Да. На фарме ты супергерой во всех смыслах, это классно, но игра не стоит свечи. Потому что ничего не вечно, время быстро пройдет, здоровье подпортишь, потратишь много денег на это, в конечном итоге ты ничего не заработаешь, а болячки останутся. И потом, чтобы восстановить свое здоровье, ты потратишь все свои заработанные деньги, и факт, что восстановишь. Это не стоит, да. Поэтому нужно беречь себя. А фарма, конечно, это такая вещь, которую не стоит употреблять. Один раз попробуешь, все, всю жизнь будешь на этом сидеть. Потому что кто-нибудь придет и скажет, друг, ты что-то похудел, ты скажешь, братан, давай метан туда-сюда. Такой момент присутствует. Поэтому движение, движение. Самое главное движение. Нужно начать двигаться, а остальное все потихоньку пойдет. Будь решительным, ставь цели долгосрочные, подели их на короткие, на маленькие, каждый день.
почти по чуть-чуть добивается, и через определенное время это станет чем-то большим, обязательно вырастет и обязательно будет результат. Я тоже в это верю, поэтому я вот начал небольшой проект. Верю команде, верю в команду, верю в Java и в операторов. Я знаю, что у нас все получится, мы пойдем очень далеко, и поэтому пытаюсь развиваться именно в команде, потому что я понимаю, что с командой я пойду далеко. Конечно. Вот. Поэтому тебе тоже желаю собрать команду. Спасибо. Чтобы у тебя получалось все так, как ты это видишь, так, как ты это хочешь, так, как ты мечтаешь. Потому что жизнь дается один раз, мы должны прожить жизнь так, как мы хотим, так, как мы мечтаем, а не так, как придется или получится. Все в наших руках, на все воля Всевышнего, но у нас всегда есть выбор. Мы сами создаем свою реальность, сами создаем свою жизнь. Бог нам дал право выбора. Поэтому я желаю тебе, чтобы у тебя все получалось. Я спасибо, очень рад тебя видеть. Спасибо тебе, что ты пришел. Мы с тобой хорошо сегодня провели время. Спасибо вам, что пригласили меня в зал. Может быть, мы это как раньше не покачались, но зато атмосферу ты создал. Было очень классно. Обязательно еще раз повторим. Да. Друзья, повторим. Если эта съемка, этот выпуск наберет 20 тысяч лайков, мы обязательно пригласим еще раз Суната Зуфарова к нам на тренировку и потренируемся. Если у вас есть какие-то вопросы именно к Сунату, напишите свои комментарии, Сунат обязательно прочитает, мы обязательно прочитаем, оповестим. И на будущее будем знать, о чем нам разговаривать, какие темы обсуждать, что распаковывать и так далее. Главное, чтобы вам, дорогие зрители, было интересно. Джава, как себя чувствуешь? Ты растешь как на дрожжах? Каждым днем все лучше и лучше. Да. Сколько у тебя сейчас вес? Вес 101. 101. Ну, ты выглядишь уже больше. Да, я пришел 90. 91, да, пришел. Да? Полтора месяца назад, да, сейчас уже 101. 101, да. Красавчик. У тебя объем набираешь. Хорошо. Да, объем хорошо идут, поэтому мы... Каркар, да, тоже в каком-то выпуске говорили, да. Тоже там через сколько-то месяцев будет Крис Бамс новый, через да? Через полгода, да. Полгода, друзья, через полгода будет Крис Бамс и Флекс Уиллер. Ждите, все самое лучшее, самое горячее, такая тема в сфере бодибилдинга только начинается. Сунат, можешь пару фраз сказать в камеру, пожелания тем, кто нас смотрит. Желаю. Спасибо вам, друзья. Наблюдайте нас, наблюдайте Мишу Валынкина и Джаву. Они вообще потрясающие люди. С ними мне было очень хорошо сегодня. Вообще хорошо себя чувствую. Обязательно опять я вернусь к залу, именно сюда. Будем еще раз тренировать грудные мышцы вместе. Самое главное, мотивацию надо поднять. Спасибо, друзья. Спасибо, мы. Спасибо, родной. Огромное тебе. Кайф. От души. Спасибо, дорогие мои. Вот и на этой хорошей ноте, я думаю, мы можем завершить наш сегодняшний выпуск. Продолжайте нас смотреть, делитесь с друзьями. Всем большое спасибо. До скорых встреч. По связи. Берегите себя, друзья.